Зачем автомобиль у вас и Нива же в деревне, я не знал. Ну нафига они вообще нужны? Вот это вот самый-то драйв, понимаете, когда машину засадили, когда все мужики тащат эти стропы, то есть цепляем, помогаем, все, вот видите, в каком состоянии. Приехали в поле, отключайте мозг. Вот он мозг у меня отключается, то есть, коли мне это по душе, то есть, я просто мозг включаю и я еду. Вот сейчас вот по этой луже видели, как я еду. Я просто не думаю, куда ехать, просто мне надо, мне охота, у меня кровь начинает кипеть, и я еду. Парни, я еду, кто хочет, едьте со мной.